Перед Ним приходит Слово. И прежде чем приходит благословение Божие, Бог посылает свое Слово, в котором оно уже и заключено. И такой девиз нашей конференции – это место из Псалтыря, 143-й Псалом: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог». Слава нашему Господу! Сегодня на этом месте собрался особенный народ, собрался Божий народ, у которого Господь есть Бог. И не только Господь есть Бог, но и Бог является нашим Отцом. Слава нашему Господу! Он возродил нас свыше и собрал нас на этом месте с разных городов, с разных мест нашей большой страны, возьмем маленькой Сибири, для того, чтобы нам здесь преподать что-то. И у Даниила есть такое место, что в одни земных царств, Бог будет созидать свое царство, и это царство, оно не отнимется. Слава Господу, друзья! Сегодня мы видим, многие царства, они колеблются, шатаются, какое-то неустройство, но Царство Божие, оно пребывает вовек, оно созидается внутри нас, и сегодня Бог желает это царство утверждать в наших сердцах. И в продолжении, или, может быть, в начале нашего служения, мы предоставим место брат Василий Абрамчук. Он скажет вступительное слово, пригласит нас к молитве.